Сегодня в открытой студии будем разговаривать о спорте, о большом спорте на Сахалине. Сегодня у нас в гостях президент спортивного клуба Сахалин и главный тренер баскетбольного клуба Сахалин Эдуард Сандлер. Эдуард, доброе утро. Объединить все профессиональные спортивные клубы в один. В июне это предложение звучало смело. Прошло полгода, команда по хоккею занимает вторую строчку Азиатской хоккейной лиги. О проблемах и победах Эдуард Сандлер рассказывает в эфире радио АСТВ. Президент профессионального клуба Сахалин, а по совместительству еще и тренер баскетбольной команды. Незнакомые до этого с большим баскетболом островитяне стали любить и уважать этот вид спорта. Но это еще не все победы. Некогда лидирующий в первой лиге ФК Сахалин перешел во второй дивизион. Игроки уверены, второе дыхание команде может дать присоединение к профессиональному спортивному клубу острова. Сейчас уже прорабатывается план о возвращении в первую лигу. Наша задача только помочь им развиваться, чтобы не получилось такого стресса, как с первой лигой. Сейчас во второй лиге они идут на втором месте, и у них большие шансы выиграть вторую лигу. Если это случится, мы все вместе подумаем и поработаем, как создать экономический плацдарм для того, чтобы участвовать в первой лиге. Если это будет возможно, будем участвовать, но так, чтобы не вылетать. Эдуард Сандлер также планирует открыть боксерский клуб. Детали пока не ясны, но работа уже ведется. Ну, у нас есть такое поручение и просьба присоединить к себе бокс и попробовать на базе клуба сделать как бы профессиональную боксерскую историю, и курировать это будет все Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион. Главное не проигрывать, говорит в эфире Эдуард Сандлер. Тогда в победу не отдельных команд, а единого клуба поверят все.